Как всегда, здравствуйте! И снова с вами Селигер, я Владимир Мировоп и мой канал «Селигерский хуторок». Ну что ж, друзья, мы с вами опять на Собро, мы с вами опять на Селигерском хуторке, и мы с вами на сериале «Мир диких раков». Ну, я опять начну рассказывать про то, как жили на Селигере в 80-е годы. Я все так же продолжал ловить раков. Но Валерий Палыч попросил, чтобы я стал помогать по хозяйству. В мои обязанности входила территория. У него на территории не росли плодовые деревья, кусты, грядки. Там были сосны, можжевельник и туя. В углу стояла беседка. Дом был квадратов на 200, и участок был соток на 50. Беседка была окружена соснами и можжевельником. В мои обязанности ходило закапывать ямки, которые рыли доберманы, их выпускали ночью, а также выкапывать сорнячки на территории и равнять участок. Также я стал помогать Валерию Павловичу при покупке домов. Он занялся строительным бизнесом. Он искал дома на первой линии Селигера. Он их покупал, ремонтировал и потом продавал. Ну, как вы понимаете, совсем по другой цене. И вот, когда уже сделка была закончена, когда люди уже подписали все документы, заплатили деньги, и они сидели в беседке и отмечали. И тут он любил рассказывать анекдоты. Так как рассказывал анекдоты Валерий Павлович, я редко слышал, даже в исполнении известных артистов. У него были любимые анекдоты. Например, вот этот. Девушка Селигера поехала поступать в вуз в Москву. Не поступила. Возвращаться назад с позором она не решилась. Они с подружкой сняли квартиру в Москве и пробовали найти работу. Подружка стала приводить мужчин. У подружки появились деньги. Ну что же делать, жить на что-то надо. И девушка тоже стала приводить мужчин. У нее появился постоянный клиент. Мужчина преклонного возраста, галантный, как все джентльмены, которые застали времена Первой Великой Отечественной войны. Он ходил к ней несколько лет, по вторникам и пятницам, постоянно. Оставлял немного на чай. И как-то она не выдержала и спросила: «Послушайте, уважаемый, а почему вы ко мне так хорошо относитесь?» На что он ей сказал: «Так как сегодня крайняя выплата, я могу тебе сказать. Ты помнишь своего дедушку Алексея Петровича, который жил на Селигере на Слободе? Он просил меня разыскать тебя. Но я не смог. Тогда он переписал свое наследство на меня. Это был старый дом и гектар земли первой береговой линии от Слободы до Никола Рожка, напротив Ниловой пустыни. Так вот, дорогуша, это твое наследство. И, как он сказал, я выплачиваю тебе его частями». Ослабеваем вот эту веревочку. Ослабеваем эту веревочку и начинаем тащить наши раколовки.
Так, пока ничего не вижу. Так, чеснок есть. Чеснок есть. А раков нет. Сразу сюда. Чтобы удобнее было ставить назад. Так. Опять нет. Опять нету. Чеснок есть. Даже не вымокший. Оставляем все. Слушайте, ребят, похоже, сегодня первый пролет. Ну, когда-нибудь же я должен был пролететь. Пусто все. Есть только... Слушайте, есть! Ха-ха! И окунь есть! Ты гляди-ка, вот смотрите какие, а! Обалдеть! В самом конце, на окуня, видать, зашли, на жмых и на окуня. Давайте вытаскивать быстрее. Сейчас мы их вот сюда вот все вскрою и будем проверять. Да, здесь и чеснока очень много, и жмых, и окунь. То есть им здесь как раз вот и понравилось. Так. О, какой! Раз. Два. Три. Мальцы пока. Одни мальцы, облинявшие, видите, четыре. Все такие свеженькие. В новом панцире пять. Как 33 богатыря. Шесть. Огнем горя. С ними батька Черномор. Семь. Где Черномор-то? Самый большой должен быть. Восемь. Слушайте, вот этот, что ли, Черномор? Ну ты не путайся мне, батька Черномор. Точно, он запутался. Ты ж клеш небольшие, девять. Вот он, батька Черномор. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Ну, 12 штук, да. Отлично. Отлично. И вот такой окунь, видите? И тут еще маленький был, я его положил. Футболист.
Ну, футболиста будем отпускать. Так, ну назад, назад надо, пока окунь живой. Поехали, поехали. Паровозик тук-тук-тук. Ну что ж, мы сегодня поймали 12 штук, все облинявшие, одни парни и один футболист без футбольной команды. Наверное, капитана поймал. Так. На ноль весы. Ноль. 670 грамм. Ну, а с вами, как всегда, был Селигер. Я Владимир Миравов. И мой канал Селигерский хуторок. До встречи, друзья, до встречи. До встречи на Селигере и на моем канале Селигерский хуторок.